Стартует новый сезон сериала «Стикман». Изменения в сюжете любопытный «Стикман», один из сериалов, привлекших к себе внимание в прошлом сезоне, готовится вновь встретить зрителей своим обновленным сюжетом. Сериал с Эльчином Сангу и Ингином Алтаном Дюзитаном в главных ролях, похоже, и в этом сезоне привлечет внимание миллионов зрителей своим интересным сюжетом. С выходом 26-й серии стало известно о большом интересе зарубежных поклонников турецких сериалов к сериалу «Стикман», который вновь встретится со зрителями вечером в среду 13 сентября. Также весьма любопытно, какие изменения произойдут в новом сезоне сериала «Стикман», главной роли в котором исполняют Ингин Алтан Дюзитан и Эльчин Сангу. В этом сезоне, как и в прошлом, сериал будет транслироваться по вечерам в среду и встретит своих поклонников интригующим сюжетом. Вдохновленный историей Гюльсерина Будаиджиоглу и написанной Меречим Демиреем, Волканом Сюмбюлем, Аканом Башаром Бахаром и Пинаром Гикташем, сериал сможет заметить изменения во втором сезоне, когда будет показана 26-я серия. В режиссерском кресле сериала, производством которого занимается компания OGM Pictures, находится Чагри Вилалостували, Кагри Вилалостували. В актерский состав сериала также вошли Эльчин Афакан, Али Югурчоглу, Дирья Алабора, Лила Гюрмен, Чанкат Айдос, Эзги Чолик, Айтек Шаян, Ойкю Нас Алтай, а также такие успешные актеры, как Фюсун Демирель, Салих Калыон, Тильби Саран.